Los, los, los. Нормально, все заебумо. Так. Что у нас тут? Очка. Ебать, у нас мало все прокачано. Здоровье, с концентрации вообще нету. Ноль. Как так-то? Как здоровье качать? Короче, нам надо сейчас пока похуй на это задание. Блокпост. Блин, есть тут еще блокпосты или нет? Блять, он только один. Тогда не похуй. Зрителям не похуй. Блять. А, выбор-то блокпоста, это же не прям в них. А, прям у них находится. Ладно. Блин, надо ремонт сделать, этого лома нету. 61. Блять, ну заправиться вообще по-хорошему надо тогда. О, Дик! Капрал! Привет, сержант. Не орёт? Ну-ка. Скажи что-нибудь. Вот так. Скажи что-нибудь. Вот так. Вроде нормально, ладно. Короче, заправили полный бак. Капрал Сан-Джон! Дик, заглядывай. Пошел ты нахуй, бля, мне сейчас некуда вообще. Мне 9 тысяч, нихера денег. У меня не прокачано ничего. Чего? Прокачки вообще нет. Блин, надо было там прокачивать, в принципе, в том районе, где Lost Lake. Там были блокпосты, я ж не знала, что они так нужны. Я бы, конечно, здоровье прокачала бы. Запасил. И знаю, как теперь с ордой сражаться с этой. Но они там рядом, может, это одно и то же место и есть. Съездим, короче, туда и туда, посмотрим. Ну, я не знаю. Опять не страшно. Чего вы не открываете? Вот видите, прекрасно, что я подъезжаю. Пока что начальные подлагивания, как обычно. Как обычно, блядь. Где оптимизация этой игры? Где она? На, вот так тебя! Блядь, полагает, пиздец. Вопросов пофиг на них. Здесь что у нас? Здесь мы вообще бились, да, вот они валяются. О, а, нет, не знаю. Я же уже испугалась. Блин, как я не люблю вот эти узкие пространства, тут явно кто-то может быть. Там еще один был. Вот так. Деньги. Вот так. Почему? Не лагает, блядь.
Еще один трофей. Да, ну я еще один трофей хочу забрать. Дота будет? Привет, Кирюш. Дота для меня очень непонятная игра и очень сложная. Вот, я ее так охарактеризую. Какая музыка, блядь? А, вот, сука. Фу! Давай! Где еще? Блин, тут орда. Вот он, 200 метров. Ну, это и есть это задание ебучее. Блядь, никуда нажал. Так, куда мне надо? Куда мне надо? Сюжет. Приветики, Настя, приветики. Кирюша, Настя, как у вас дела? Пишите. Выспались ли вы? Как вас воспитали ваши родители? Любят ли они вас? Ха-ха-ха-ха. Ладно, у нас боеприпас есть, в принципе. Все у нас окей. У меня все окей. В кругу своих друзей. Так, а это что у нас? Блять, у нас нихуя нету из этого. Почему не можем взять тогда? Вот и Макс пишет. Чё, Макс? Вот это тоже пригодится. Ну-ка, ну-ка. Полистирол. Ну только этому. Бля, там морда где-то. Вот там. Ну и все, мы побежали домой. Всего. Больше не будем играть. А у меня так себе. Что у тебя случилось, Настя? Блять, рядом нет байка. Что у тебя случилось? И меня любят только два человека. Ну, хотя бы кто-то любит, это тоже хорошо. В каждом, как бы, есть... Нужно сжечь плюсы. Оставшиеся гнезда. Как бы, где-то везде все равно есть свои плюсы. Ну, естественно, они не такие прям, ух, но все равно они присутствуют в твоей жизни. А что насчет фразы? Ну, это я просто сказала, ну, типа, поняли прикол? Это мем. Это мемчик. Можно что-нибудь смастерить. То есть это не... Вот так. Ладно, так, тут вроде безопасно, да? Б-безопасность называется. Я какие-то звуки слышу. Я уже не хочу играть. Ой, ебать тут, конечно. Короче, все, что мы делаем. Блин, у нас очков нету. Вот это вообще минус. Прям огромный. Так, во-первых, у нас нету очков. Но сейчас мы залутаемся, подойдем к байку, сохранимся. Чтобы потом, если мы умрем, мы умрем. Ну, это факт. Чтобы потом... Так, тут нету. Чтобы потом, короче, мы со спокойной душой пошли. И громили. А что за викторина-то? Это чего? От школы? Что это там? Умники и умницы? Почему его создать не могу? Лома нет, блядь. Лома нету. Да, лома нет. У меня даже эту надо делать штучку. Надо машину. Машину лутать. Не надо таких звуков. Не надо. Я потом вернусь сюда и сожгу то, что тут осталось. Не надо такой музыки. Ну что, блядь, не надо такой музыки. Не надо, не надо. Блин, тут машины, их залутать нельзя. Опа. Вроде не должно никого быть.
Мне бы оружие. Не оружие, а эти. А, ну патроны у меня есть. Мне бы лома, вот. Мне лом нужен. Так, это хорошо, коробка с гвоздями. Тоже, в принципе, нормуль. Сейчас мы машины залутаем. Там они где-то лазят, блядь, черти. Ну-ка, ну-ка. А там пусто. Может, туда пойти? Вообще, у меня какая тактика? Очень тихая, скрытная. Ну, просто надеюсь на это, то, что будет скрытно. Не знаю, блин, а где машины? Как залутаться? Почему нету лома? Как мне создавать? Это своя игра. Та-ра-та. Сука, сохраняй, блядь. Вот он не всегда почему не сохраняет. Так, все. Приветики, типатик, приветики. Кирюша уже подкатывает кому-то. Нет, он просто спрашивает, я думаю. Сейчас или я доиграю, это пару минут. Ага, хорошо. Жень закажет такси. Ты куда? Домой? Все уже. Викторина закончилась. Что, выиграли или нет? Как у вас интеллектуальный батл совершился? Состоялся? Или нет? Мне кажется, Кирюш не подкатывает, просто интересуется. Хотя я не знаю, блядь. Малышка. Кирюша, ты что-то скрываешь? Так. Мне нужна машина, мне нужен лом. Это во-первых. Во-вторых. Где орда? У меня вообще была другая тактика. Это идти на крышу. Ну, все, видимо, поменялось. Летают вороны, блядь. Ну, зачем ты взял оружие? Хорошо. Надень пока что глушитель, на всякий случай. Просто так, на всякий случай. Почему эти машины нельзя лутать? А мы на задании? Так, вороны — это дополнительная цель. Гнездо. На котором не помню. Должно быть где-то здесь. Не надо. Не надо. Тут еще одно гнездо. Сейчас мы его. Стоп. А где орда? А где орда, реально? Они в другой стороне? Подожди, а что делать? Предохранитель, да. И что это значит? Вот, вот он. Надеюсь, Уивер, дело того стоит. Ебать, а где орда? А где орда? Ты чё? Блядь. Четвёртое место, йоу. Я вернулся. Да, еще раз приветики.
Мне орды понравились, это пиздец. Или я была так счастлива провести с тобой вечер, который никогда не забудется. А, был бы. Блять, я думала, был. Ебать, а где орда? Вернуться к Уверу. Где орда? Это же то задание? Типасик, а где орда? Там же орда была, пиздец какая. Вот, смотри, мы же выполняем сюжет. Вот этот. А где орда? Ушла орда? Ларапик моя. Ушла орда, мне просто повезло, ебать. Вы видели? Господи, это просто судьба, что она не хочет, чтобы я все-таки связывалась с этой ордой. Господи, как круто-то. Как круто-то. А я бы вчера еще проходила орду. Вы видели? Видели это? То, что вообще просто повезло. Ой, блядь, куда их? Ебать. Я слышу звуки. Ебучие ущелья. Ебучие ущелья. Ебать. Ебать. Все, все спокойно. Ух. Три орды за раз. Ух. Полный бак. Короче, порядок. Ебать, нам повезло, не было орды. Это как так-то? Я прям рада даже. Рада? У вас есть что-то с Алисой? Признавайся, типазик, признавайся, признавайся. Давай, есть у вас что-то с Алисой-то или нет? С Ларапиком. Короче, я вообще даже довольна. Бля, иди нахуй. Иди на... Я не могу, я глушитель забрала. Я тут думала, что орда будет. Мы-то готовились, а в итоге что? А в итоге-то что? А в итоге-то никакой орды? Перезарядка сама. Ну, я готов. Куда? К чему ты готов? О! Вот это вообще задание на изи. Нормально, да? Круть. Честно, нет. С Ютубом, да. А с Ютубом в каком плане? Типа ты с ней стримить хочешь или что? Не, я просто заценила и... Ну, все прикольно. Марш, марш, марш! Марш! Давайте! Да, сержант! Ебашь ты, блядь, давайте! За работу, парни! Шевелись! Раз, два, три, шире! Ноги шире! Не, а реально, типасик, в смысле с Ютубом? То есть просто... Я не поняла. Как это понимать? Кстати, слышите звуки какие-то посторонние? Как будто бы фрики. Так, ну-ка, это мы сюда еще не доехали. Так долго, такой лагерь большой, просто огромный. Ой. Ой-ой-ой. Чуть-чуть назад. Ту-т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 у. Все, сейчас мы отдаем. Эй! Привет, ну как Почему, дела? Почему, Настя? Все, что смог достать. А, все поняла. Ого, и что тут у нас? О, чувак, ты заставлял меня... Ты просто спаситель. Но это, тебе... спасибо. Вот такая музыка играет. А, еще что-то нужно? Уивер. Понял. Эй, Капрал Сен-Джан, ты четкий чувак. Ты на моей волне. Обращайтесь.
Такс. Заебись, вообще изи задание было. Я вообще обосралась, конечно. Но это было легко. Где мой байк? Так, во-первых, надо байк. Дикон! Капрал Сан-Джон, рад видеть. Блядь, ремонт, ну ремонт, потому что у меня нету этих. Вот так. Лома. Капрал Сан-Джон, Дик, заглядывай. Капрал Дикон Сан-Джон. Сержант, рад тебя видеть. Так, ну-ка. Хорошо, улучшаем понемножку, да? Так, а мне надо вот этот, значит, с глушителя снять. Зачем я надевалась? Зачем я готовилась вообще? Капрал, иди-ка ты отсюда! Иди, ну ты заглядывай! О, Элла, привет! Капрал, как твои дела? Привет, сержант. Смотрю, жива еще. Капрал Дикон Сан-Джон, возвращайся скорей. Молодец, что не сорвалась. Сорвалась. Эй, да. Тебе что тут надо? Собралась, ахахаха. А в смысле, Настя, что случилось? Так, а где сюжет? Помочь Саре покинуть... О, вот это задание! Вот это задание! Давайте выполним его. Тут недалеко. Бежали, конечно. Капрал Сан-Джон! Блядь, сержант, недалеко, конечно! В пизду поедем. Разрешаю, малышка. Ну, продолжить же, да? Подтвердить? Схуяли такие слова? Хуя, блядь. Не надо, Кирюша, бежать, Настя, не надо. Кирюша, не, ну, чисто по приколу. Не надо. Мне понравился, кстати, типасик, помнишь, когда мы этого спринтера убивали в пещере? Это такой, ты ебанулась, бля, как так быстро? Я чисто, я даже не поняла, убила его за секунду, реально, я даже сама не поняла. Это же по приколу, Настя. Было мне откровение. Накануне в наши ряды вступили новые товарищи и уже приняли присягу. Они пришли издалека, с востока, запада, юга, севера. И они пришли сюда, в этот час, сигма-сигма, вовсе не случайно. Они пришли с вестями о других лагерях, к примеру, на юге, уже очищенном нами. О лагерях, кишащих выродками, ворами, наркоманами и убийцами. Вот она, угроза для всех. Каждый день мы живем под страхом смерти. Но этот страх нагоняют вовсе не бешеные фрики вокруг нас. Да заебал ты, пиздец, они... отец. Часть Божьего замысла. Они часть кары Господней. Нет! Нет! И вовсе не фрики угрожают уничтожить нас, а наши собратья. Подобно праведному Ною, мы построили ковчег, чтобы спасти людей. Спасти людскую мудрость, чтобы, когда схлынет вода, отстроить мир заново. Но ныне, в нашу эпоху, не океаны Господь призвал, чтобы смести всех проклятых грешников с лица земли. Что за хуйню несут? Не будет ныне нам крещения водой. Нет. В эту эпоху мы есть потоп! Это мы были избраны, чтобы окрестить мир огнем веры! Сегодня
Мы начнем священную войну против грешников, что навлекли на нас гнев Божий! Мы двинемся на север, отыщем грешников и очистим! О, Брайан, это Сент-Джон, прием. Слушаю. Отец пизданулся совсем. Надеюсь, ты готов, потому что пора. Прямо сейчас. Давай координаты. Есть. Стоп, где ты? Крейтер Лейк, Уизард Айленд, лагерь ополченцев. Ты вырубил все РПГ? А, черт, нет, сейчас займусь. Тогда я жду сигнала. Конец связи. Слушай, а как он по рации говорит? Что это, блядь? Добраться до гранатомета. Что это за звук? У вас тоже этот был звук? Не облажайся, не обижайся, пупсик. Светошумовая. В смысле это? Что это было где такое? Где они могут быть? Ага, вышки. Наверняка ебать, реально, что здесь. Это такое было? Я обосралась даже. Я думала, что у меня с наушником. Мне и так одно ухо, блядь, сломалось. Идите отсюда. Она мне нельзя попадаться? Другие лагеря, это как-то чересчур. Нельзя попадаться? Заодно похавать принеси. Ага, сейчас. Или можно? Не знаю. Наверное, нельзя. Ну давай, сволочь. Вот так. Так, надо ну-ка. Идти к Саре. Сара, лейтенант Уитакер, прием. Нет, не покидание. Черт. Нет! Подожди, я нет. скоро. Нет, не покидание зоны, блядь, я иду. Ебать, пизданулись, конечно. Вот, вот про эти лилии я говорила вчера, типасик. Это Рофлс. Блядь, нет! Не покидание, нет! Господи. Я просто, если покидание, то мы это... ну, задание... как-то в минус пойдет. Мы проиграем. Можешь быстрее, нет? Слушайте, мне страшно, а вы не можете меня снаружи покараулить, а? Приказ полковника. Велено с вас глаз не спускать. Пошел нахер, ваш полковник. Мадам, язык придержи. Пошел нахуй. Порядки-то у нас меняются. Если не уважаешь приказы... Под делом. Глянь, никого там? Нормально, никого нет. Так. Что делаем? Быстро собирайся, уходим. Как мы отсюда выберемся? Эй, везде охрана. Ты не веришь? Чуть-чуть какие-то просады. Я здесь. Мы идем на вершину. Права на ошибку нет. Понял, конец связи. Права на ошибку нет, все, пиздец. Что за Брайан? Куда идем? Я, если играю, то права на ошибку. Да, я готова, иди. Держись ближе, если что. Эй, вдруг ты не прочел записку. Фиганову засосало, вы видели? Прям вот так взяла дерзко, резко. Так, что мы делаем? Кто такой Брайан? Как он нас отсюда вытащит? Я говорил, благодаря ему я тебя нашел. Он боец Неро. Это на его вертолет я тебя тогда посадил. Неро? Неро? О, черт, Уивер! В смысле? Что надо делать? Нет, 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 вон ту! Канистру! Да. Рядовой! Ой. Ворон считаем! Смотри, что делаешь! Вон ту канистру, вон ту! Да, помню, вообще бесит меня. Ладно, все, быстрее. Ну! И не вздумай ее уронить! Короче, Уивер нам помог. Он нас отпустил. Да. Уивер нас отпустил. Он красавчик. Ой, блядь. Черт, охранники. Так, побудь тут. А в смысле заблокировал? Чё? Эй, слушай, давай обойдем их. Сейчас. Так этот тип с вертолета, он здесь будет? Да, это долгая история. Я потом расскажу в спокойной обстановке. Так они до сих пор летают? То есть, значит, у них есть ресурсы? Обстановка оборудование? По кайфу. Ну да, наверняка есть. Слушай, это ты сама спросишь у Брайана. Охранник. Почему камень нельзя? Сейчас. Попробую отвлечь. Давай. Осторожней. А жди его. Он чмо, да? Боец, что ты делаешь?
Простите, мэм, сюда вход запрещен. Как ты смеешь пререкаться с офицером? Ты знаешь, что тебе грозит за неподчинение приказу? Мы бойцов и не за такие проступки вешали. Ты же понимаешь, да? Меня прислал полковник. Он сказал присмотреть за тобой. Конкретно за тобой. Назвал тебя по имени. Ты понимаешь, что... Наверное, сюда? Не знаю. Наверное, сюда. Осторожней. А, в смысле, ебашу? А, надо было сзади подойти. Вот это прикол. Отлично. Просто прошли нахуй мимо, блядь, нормально. Прикольный прикол. Ты чё так орёшь, ёб... Твою мать. Хорошо. Давай, мы почти пришли. Что мне стрём. Скорее бы повидаться с Бухарем. Ты хочешь поехать со мной в Лост-Лейк? В смысле, я думал, мы едем в Кловердейл. Да, в Кловердейл. Я не к тому, просто была бы рада. Он для меня как старший брат, родни-то у нас вообще не осталось. Ну да, Бухарь, блин, классный. Я отвлеку. Ой, блядь. Я его даже не занесла. Кто это там? Ой-ой-ой! Боец, подойди сюда. Мэм, это запретная зона. Сомневаешься в моих словах, боец? Знак отличия, видишь? Отлично. Ты тоже молодец. Фига у него каска или что? Я вижу свет. Идем, мы почти выбрались. Да, точно. Это вершина. Блин, а выберутся они или нет? Или какой-нибудь все равно в какой-нибудь момент такие в конце сейчас... А, все, вы попались! Вы попались! Ух, это прошли, ну мы все. Прошли. Добрались. Где? Yeah. Где Убрай? Он будет, будет. Надо... Господа, вот мы и наверху. Отсюда открывается прекрасный... А, лейтенант. А я как раз показываю остров нашим новобранцам. И мы собираемся в ковчег. Идемте с нами. Полковник. Господа, это лейтенант Уитакер. Она возглавляет группу ученых, которые разрабатывают отраву для неприятеля. Предатель! Что? Нет! Осторожно! Ну, улетел. Правильно сделал. Ну, иначе что это было? Блять. Я ж сказала, в конце, как обычно, мы проебемся. Мэтт, я хотела сказать, что мы идем пополнить запас. Он убийца и шпион. Вы станете слушать его, а не меня. Вы меня знаете. Называется Lost Lake. Их лидер послал его сюда. Чушь собачья. Говорю вам. Я этого ублюдка впервые вижу. Полковник, поверьте мне. Хватит. Так. Я слушаю. Говорю вам, что он шпион. Сука, ты ебучий, надо тебя было убить, правда. Вы его впервые видите. Лейтенант, он только что объявился, и вы ему верите. Что там говоришь за лагерь, а? Я Лост, вру. Как его так там? Вот. Я не вру. Пусть спину покажет. Что? А? Это... Спину хватит, покажи. Хватит, хватит. Успокоились. Теперь мы попробуем отыскать истину. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Капитан Коури, напомните, какая это заповедь? Я... Точно не помню, сэр. Рассказывай, но только не лги мне, сынок. Я почую. В лагере Lost Lake он напал на женщину. Ты чё, вообще охренел? Он был по пояс голый. У него была татуха. На всю спину. Типа сатанинская. Какая-то дохлая собака, грызущая цепь. Что-то вроде того. Я его оттащил. Он был пьяный, полез в драку. Но кто знает, что бы он сделал, если б не я. А чё пиздит-то, реально? Пусть покажет нам свою спину. И поймете, кто тут врет. Да нет! Извините, полковник, но это какая-то чушь. Повернуть. Ты носишь на себе образ Цербера. Пса Аида. И надо же! Раскрыли тебя на выходе из-под земли.
Но ты ведь не Цербер, правда? Дикон Сент-Джон. Он вам врет. Ты прячешься за именами ангелов. Я никого не трогал. А на самом деле, это его выгнали из того лагеря. Слушайте! Новый лейтенант? Как вы оказались рядом с намадом, когда мимо пролетал вертолет Неро? Полковник, я не понимаю, о чем вы? Вы же пришли к нам из лагеря Неро. Давно вы за нами шпионите? Давно? Мэтт, честное слово, я не понимаю... Опять ложь! Ты охуел женщину бить, ёпта, блядь. Я ожидал этого от намада. Ожидал, что такие, как он, меня предадут. Но офицер... Полковник. Это я! Это я! Полковник, я соврал. Посмотрите, в моем кармане там рация. Это я их вызвал. А вам всем я врал. Я врал лейтенанту. Я сказал, что прошу ее проверить поставку, но... Но мне просто нужен был заложник. Дикон Сент-Джон, намат. Ты слышишь, это Неро. О'Брайен, намат. Простите. Капрал Сент-Джон не может вам ответить. Что? Кто это? Иногда в поисках правды. Да хуел стрелять еще будет. Пролить кровь. Невинно. Простите, милая. Ты что, её сейчас убьешь? Отпустить рядового Саркози. Ага. Шиза, ёбаный. Коури, этого намада в карцер. Завтра в 7:00 его будут судить, а потом повесят. Вот это очко. Лейтенант. О'Брайен, да, нормальный тип. У нас много дел. Идем. А теперь поподробнее про этот Lost Lake. Да, сэр, все что угодно. Лейтенант, хватит. Давай, встань. Но они небезопасны. Ну, я не знаю, у них план херов реально был. Как это так? Шиза виноват, конечно. Его надо было сразу уже прибить, потому что он меня бесит. Сразу его надо было прибить, когда он начал это, выеживаться. Блин, это пипец. А, так значит, ты дышишь. О, пошел ты! Рад слышать. Значит, еще не сломался. Короче, что надо? У тебя на спине мертвый пес, грызущий цепи. Не часто увидишь. Ну, прикольно сделан татушка, качественный. Поспрашивал тут. Узнающих. Я хотел, не знаю, понять, что к чему. Это было при лейтенанте, когда она попала в лагерь. Сдается мне, твое. О, Кори, ты нормальный, да, чел? Твое. А твою жену зовут не Бет. Нет, не Бет. И ты все время искал ее. По Одищу. Да. Ты спросил, что надо? Все просто. На мой взгляд, тот, кто прошел через 7 кругов ада в поисках своей жены, не заслуживает висеть в петле. Чувак, да ты крутой, Коури. Стоп, я что-то не понял. Вы что, мне помогаете? Ну, ведь тогда вас всех повесят. Мы не вернемся. Полковник совсем рехнулся. Священная война, геноцид, это что за херня? Ну ладно, куда пойдете-то? Да, махнем прямо до Рино.
Давай с нами. Не. Тебе нельзя назад. Тебя преследуют. Нет, я без нее никуда не пойду. И все равно надо на север предупредить Майка. Нет, уже слишком поздно. Почему? Ночью они зачистили перевал Сантьян. Что? Рано утром колонна выехала на север. Твою мать. Сантьян, это где? Это где Бухарь? Точно не пойдешь с нами. Да, точно. Дай ему руку, дай, красавчик. Да, все. Тогда удачи, Дикон Сен-Джон. Блин, Коури просто респектнула, вообще просто красавчик. Эй, Коури. Когда полковник спросил про армейскую службу, я сказал, что ненавидел каждую минуту, но... Может, все было бы не так мерзко, если бы командир был вроде вас. Йоу, вообще круто. Крутой чел. Знаешь... Может, еще не поздно. Я же знаю, кто озвучивает голосом Султана Сулеймана, тут вообще красавчик. Это просто супер. Ну, это было неожидаемо. Ну, понятно было, понятно, что не убьют. Окей. Но при этом... Блять, почему не могу создать? Лом. А это Макс. У меня лома нет. Был бы лом, все было бы супер. Куда бы мне сходить? Мы же сейчас не на задании, правильно? Там машины стоят. Тогда обследую их. Оп. О, фига, мы залетели как. А что за звуки? Так, ну это мы открыть не можем. Тоже. Только не на юг. Нет. Мне надо к Бухарю. Надо остановить Шиза. Да подожди ты пока. Дай это нам ломы накопить. Пока тут машин много. Которые нельзя вскрыть. Нормально вообще, нормально. И это вскрыто, да ёб твою мать. И это вскрыто. И это. Что за музыка? А, мы ж тут орду убивали. Прикиньте. Понятно, почему скрыто. Ну, музыка какая-то непонятная. Понятно, мы тут лутали, значит, тут ничего не будет. Так как машина вскрыта, это мы вскрывали. Ну, вообще, кстати, я хочу сказать, да, очень сильная игра, мне нравится, и... То есть она не однотипная, каждый раз какие-то эмоции новые появляются, вот это все. И неожиданный поворот событий. Но я говорю, в конце вот я так и думала, что скорее что-то будет, потому что... Ну, просто так, типа, это, я думаю, что мы точно не убежали бы. Тогда бы это был бы уже конец игры, и, ну, допустим, они бы уехали, и все. Но и то у меня были сомнения, то есть я думала, ну, может быть, все-таки они убегут, у них получится. Ладно, ничего мы не нашли, просто так сгоняли. Ну, ладно. Настроение кого-нибудь. Почему? Что у тебя с настроением? Ой, блядь, перебежали байк. Я иду просто по желтой стрелке, я перебежала. Ладно. В принципе, тогда... Слушай, а деревянную биту, если сделать... Ну-ка. Что тут у нас? То мы можем... Блять, опять лом. Все упирается в лом. Понятно. Надо вернуться в Lost Lake. Надо на север. Надо спасти Бухаря. Рики. Ого, Майка. Музыка какая пошла. Я не могу спасти Сару. Отличная. Не могу, но их я могу спасти.
Блин, Бухаря, да, надо спасти его нормально. Господи, прости меня, Сара, прости. Это тот... Я не сдался, я что-нибудь придумаю. Ваши тот. Я еще вернусь за тобой, я тебе обещаю. Я вернусь за тобой. Надо на север. По шоссе с Антием. Теперь путь свободен. Да, так быстрее всего. О, зима, зимняя локация. Блин, как я люблю. Вот The Last of Us первая часть... Долго убиваешься. А, ты кто такой? Это что? А, вот вы. Блять! Подожди, кто это? Это спринтер? Или кто это? Сантьям, это сюда, на север. Да погодите, дайте мне этот керосин. Возьми быстро керосин, ёб твою мать. Это спринтер, нифига себе. Я думала, что это обычный, ну, фрик. Я его начала убивать. Блокпост, черт, его здесь раньше не было. Что это значит? И не обойдешь. Блять, не обойдешь. Ну да, видно, не обойдешь. Блять, ну надо же было так. Так, сзади главное никого. Блять, ну надо же было так реально. Вот это прикол. А, ебать там чел! Это Сэм Джон! Стрелите, гада! Стрелять на поражение! Перезарядить. Иду, прикрой. А чего ты не стреляешь, блядь? Как перекаты делать? Оп. Подожди, лечиться, использовать? Мы не так делали, не так тактика у нас. Я сейчас знаю, что делать. А, да? А, вот это винтовка или что? А где желтый? Из этой? Блядь, ты чё не убиваешься? Что за звуки? Все? Вообще вроде... Нет! А где? Ах ты, сучонок. Подождите, ну-ка. Вот мы вот так с мышки попробуем. Блять, мимо. С мышки неудобно. Я уже привыкла к этому. Я издалека с просто пистолетом думаю, ну его не так жалко. Не то, что жалко, но зачем? Так, я хочу создать бинт. Использовать и создать. Так. А где? Блин, они в снегу не видны, плохо видно. Ну, блядь, ну в голову ж.
и домой. Ну, вроде все, да? Вроде бы всех убили. О, лом, наконец-таки. Лом везде пойдет. Ну-ка, мы хотя бы отремонтируем. Блядь, нету еще два лома. Нам надо ремонт сделать. Почему, кстати, лом нам не дают? Было бы очень хорошо. Так, аптечка. Бита, ну бита нам не... О, лом. Все супер. Так, оружие. Не оружие, а этот. Патроны. Ну, может, да. Хорошо, Настя. Есть. Мне просто что винтовки, она, мне кажется, на дальность не такую. То есть надо прям ближе, поближе подходить. Чтобы прям пробивать. Так, ну еще посмотрим, тут есть что-нибудь. Тоже есть, супер. Так, а это что, бутылка? Вот нам лом нужен. Это было бы прям отлично. Ой, в смысле, блядь? Это Сэм Джон! Пристрелите гада! Ты чё, ёбаная? А откуда стреляют еще? Блин. Кто стреляет еще? Откуда? В смысле? Я же вроде всех убила, нет? Откуда еще стреляют? Ах ты, блядь! Да ёпты, когда ты умрёшь уже? Ты сука, он не умер. Сука, он не убивается, блядь. Ты хули не убиваешься? Блять, сука, прострелил. Ты как? Ты через стену, что ли? А, вот и я тебя вижу. Бля, это жестко, дайте с винтовки попробую. Ноль, нахуй. Пизду сейчас мы сделаем. Ну и когда ты умрешь? Не, он не убивается. Да? Да нихуя, я с винтовки пробовала, смотри. Ладно. Ладно, беру свои слова обратно. Это все, что ли? Куда вы все делись? Ну да, так я и думал. Я уже обрадовалась, блядь, правда, что все уже залуталось. А в итоге нет. В итоге не все. Ладно, что у нас тут? По всему этому. Все окей. Опять я пробежала. Это что? Чем? Что у нас там? А, здесь сюжетный, тут даже ремонта нет. Не попадала в него просто, наверное, да. А
А, нам вообще в другую сторону. Залутаться-то надо. Вот от этого чувака, где он тут? А как я их не заметила? Пробегала мимо нормальная такая. Максимум. Блин, у меня чего нет лома? Обидненько. Ой, а мы тут не были. Может, тут лом? Да. Это вообще супер. Аптека, еще лом. Подобрал? Так, а что здесь? Не надо заправлять. Ну ладно. Мы создадим. Максимум все равно. Ну ладно, похеру. Зато создали. Ху, да. Все, поехали. Так, кто тут отодвигает меня? Зачем нам столько аптечек много дают? Мне уже это не нравится. Кстати, а куда мы едем? Обратно в лагерь? За Сарой или куда? Я так и не поняла. А, мы к Букару едем, да, по-моему? Держись, Букарь. Я скоро. Блядь. Ебаные снайпера. Ладно, мимо. Подожди. Давай в ноги. Ну ладно, так и далеко, наверное. Вот он, снайпер, блядь. Или это не снайпер? Он даже не простреливает. Главное от него избавиться, остальное пофиг. Ебать, вы видели? У него даже вообще прострел полностью. То есть прям пулемет только на фриков, да? Блять. Он не движется. Вперед! Да сука ты ебучий, ты заебал, блядь. На, блядь. На, блядь. Все, меня нельзя злить. Я когда злюсь, я начинаю играть хорошо. Ага, я поняла. Вон там наверху. Ты думаешь, я тебя не вижу? Просто я не достану до тебя. А где? Там где-то? Ой-ой-ой. Это что? Ебать ты долбоёб. Это люди! Я ранен! Я ранен! Блядь. Блядь, мимо. Не, я просто испугалась. А, всё ясно. Вы видели, он долбоёб? Вот этот, который с огнем. Просто... норм вообще. Так, что у нас там? Там у нас ничего. Ну, вроде все, аж надеюсь я. Всех уже побили. Так, тут пусто. Тут у нас что? Ой, что это такое? Мина это. Бомба.
Так. А куда ехать-то, в смысле? Да, походу взрывать придется. А, хорошо, что ты сказал, Дикон, я бы не додумалась. Сюда, наверное? Ну, готово. Так, это во-первых. Во-вторых, у нас даже есть создать. Можно создать, сделаем. А теперь... А теперь за байком побежали. Такс. Ой. Ой-ой-ой. Извините, опять начинает... Блин, у меня что-то нога отваливается. Это нормально? Я думаю, что нет. Да ёб твою мать. Нормально, нормально. Оп-оп, живём. Ополченцы расчистили тоннель. Спасибо, Шиза. А, в смысле? Там кто-то есть? А черт, они заняли старый блокпост Неро. Тут без боя не прорваться. Предатель, убейте его! Ну ладно, приступим. О, долбаные ополченцы! Ну-ка, я стрельнула, я стрельнула. Сука ты, блядь, опять этот идет. Ублюдки. Да тебе похуй, что ли? Да ёб твою мать, сколько можно? Даже я там помер, нет? Сейчас пока вскрою. Убирайтесь с дороги, козлы! Да, я не знаю, люди, которые играют на самой сложности, это очень трудно. Как вы вообще играете? Это прям максимально. Максимально трудно. Нормально расслабление. Ага. Так. Этого мы убили. Ну все? А, нет. Не все, блядь. Ой, блядь. Вот это мимо. Вот это мимо было. Все? Или еще там кто-то? Дикон обычно говорит, там все или нет. Тряпку бери. Мне понравилось то задание с ордой, которое надо было выполнять. Мы просто выполнили, потому что орда ушла. Это было самое лучшее. А, ну сейчас протолкну. Я пока что хочу залутаться же. Вот теперь дело пойдет. Ну вот, что порядок. Это? Нет тока, ну конечно. А зачем мы это сделали? Оп, лом. Так, так, так. Открой. А как его открыть? Электричество надо, да? Сейчас.
Надо электричество тут как-то сделать. Говорят нам. А как электричество-то сделать? Не идет. А где генератор? Как он выглядит? Большой? Вот. Вот это? Нет. Тоже нет. Тоже нет. А тут вроде ж нету генератора. А как наверх? Можно ли забраться? Может, наверху, на крыше? А, это генератор. Такая незаметная будочка. А, надо топливо. Нет топлива. Ну, конечно. Мы где-то видели. По-моему, канистра была, да? Была канистра? Вот она. Канистра. Ой, там лом. Так. То, что надо. Фу, вот это да, вот это сложно. Ну, сложно с тем, что уж надо додуматься просто. Гнездо, а где? Да похуй на него, нет? Да. Там уже никто не выскочит. Ну ладно. Что у нас здесь? Микрорегистратор. И что, и все? А, вот. Еще один инъектор. Хорошо. Мы будем делать силу, наверное, да? Запас силы? Наверное. Стамина. Почему стамина? Что это за слово такое? Я то сделала? Роиды. Вот что это такое? А, ну то, да? Ладно, ты так уже потом сказал? Там знак вопроса, ну-ка. Ну-ка. Ну, куда? Есть. Угу. А что это? Еще задание какое-то? Посмотрим поближе. На что? Посмотрим, что тут у нас. Где мне теперь взять предохранитель? А что это значит? Может, тут? Нет. А, не искать это? А что это? Нет, так у меня горит еще задание какое-то. Предохранитель, а где он? Где предохранитель находится? Что за звуки? А что за звуки? Это что за звуки? Так, мы выполнили это задание. А что за звуки были? А, это байк так скрипит? Петь песню караоке, серьезно?
Следующая охуенная песня звучит специально для пацанов. Хуя там, блядь. Какую песню? Я не поведусь, что мне кто-то звонит. Не поведусь. Не поведусь. Настя, говори, какую песню быстро петь. Мы будем петь. Будем петь. Быстро, пока я ищу. Найду, быстро. Сейчас мы споем. Сейчас спою, как этот скажет волк. Я не повелась. Ха-ха-ха. Прованс! Ебать. Прованс, Прованс, ёлка. Караоке. Вот это. На улице! А где звук? Вот так слышно? Давайте, давайте все вместе! Бать, качество, пиздец, я лохую. Вот так посмотрите. Уютное кафе. На улице сплетенной мебелью, где красное вино из местных погребов больших шатов. Ты можешь говорить, что это только глупые мечты, но в планах у меня все видимо немного круче. Где-то 12 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел где-нибудь в Париже, а там еще немного и Прованс. Хочешь настоящий ров или что, блядь? Сейчас будет, сейчас будет. А я не знаю дальше. Бордовый горизонт, бордовое бордо в бокале. Поверить не могу, что это все уже так близко. Завтра все на себе. Ой, я не умею петь. Сидеть в самолете и думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел где-нибудь в Париж. В Париж? А там еще немного и Прованс. Но она так и поет, стонет тоже. Ебать, это было сложно. Вот так вот. Все, ок. А, блядь, а вы слышали песню? Я там смотрю, микрофон нахуй на красный. Бухарь, ты меня слышишь? Ответь. Микрофон на красный, Бухарь, ебашит, прием. Блядь. Дик, это ты? Да, заносите их сюда, быстрее. Эдди, заносите раненых. Бухарь. Из меня видео на YouTube, бля. Нахуй бан, бля. Ты бы нам тут пригодился. Заносите внутрь. Быстрее, быстрее, давайте. Берегись. А там слышно было вообще? Я скоро буду, я уже рядом. Слушай, кажется, вам там... едет Шиза. Ему я... нужен ты. Я видел там красное это, колодцы. Они через ворота. Быстрее, быстрее. Там пусть чисто, блядь. Пусть попробует. Я не знаю. Бухарь! А? Черт. Там чисто, короче, я не знаю. Я думаю, там вообще ничего слышно не было. Рики, ебать, боком дали, боком! Рики, Майк, прием! Черт! Дик, ты живой! Шиза сказал, ты погиб! Найди Шиза! Нет, главное найти... Ту-ту-ту-ту-ту!
Слушай, ну вот с утра я прям обосралась от звука Дискорда. Да, мы победили! Я прям поверила. Где Шиза? Никто не видел Шиза! Мы победили, точно! Брат! Я вышла проверять даже. Перебьем гадов! Всех до единого! Где этот хренов Шиза? Да мы тоже искали, никто его не видел. Ну все, погнали уже. Ты расслабься, не уйдет он от нас. Ох, Дик, слава богу, пошли. Звука не было. Рики, что случилось? Железного Майка подстрелили. Йоу, серьезно? Да вроде нормальный дядька. Ебать, его подстрелили там. Ну, он, наверное, рад будет. Чего развалился, лентяй? Я пришел на рыбалку тебя звать. Чем людей-то кормить? Я там плещет. Ты нашел ее? Жену свою? Да, Майка, она снаружи. А ты привел ее? Да. И знаешь, я бы ее не нашел, если бы ты не помог. Да. Славно. Привет! Славно. Как дела? Покажи мне ее. Небось. Ты сейчас видела, это пиздец бомбы. Она красотка. Раз ты так старался. Как моя Элизабет. Тише, Майк. Ну, я там реально как фонтан. Тебе надо это принять. Нет, ни к чему. Не надо. После учебы? Итак. Давай, Майк, осторожно. Я ошибался, Дик. Потом посмотри караоке. Нет, Алис. Мы все наладим, Майк. Когда ты поправишься, обещаю, мы все еще... Я был неправ. Я был неправ. Железный Майк нормальный чел. Одобрям. Делай то, что должен. Чтобы ты защитил лагерь. Рики. Да, Майк, я тут. Блин, жалко Майка. Нормальный Майк? Чел. Майк? Эх. Блин, я не люблю, когда вот выкрик. Почему умирают? Почему? Нормальный чел. Почему нормальные умирают, а не нормальные вот Шиза, блядь, сука. Я на секунду заглянула, понятненько. Ты будешь на Ведьмаке? Нелегко это сказать. Майк погиб. Он увидел Шиза, когда ополченцы отступали, и, как водится, хотел поговорить, но... И вот. Заткнитесь! Речей не будет! Майк бы этого не одобрил! И у нас тупо нет времени. Поскольку вот эти сволочи... Их осталось еще много! Очень много! Я был в их лагере. Я видел их армию. И когда они вернутся, они прикончат всех вас до последнего. Да, у нас тоже, кстати, метет целый день. Прямо у нас пиздец, у меня все машины занесены. Как так-то? Надо ударить первыми. Эй! Ну, атмосфера прям. Вот. Заткнитесь! За окном прям имба. Слушайте! Железный Майк ему доверял, так что и вы тоже должны. Не-не-не, ты что? Командиром я не буду. Я не Железный Майк, я простой намат. Вот как? Ну, катись. Нет, я вас не брошу. Посмотри на меня, послушай. Короче, ты продала, найди Настя. Бухаря и отправь ко мне. Смотрите, вот что я нашел в бункере выживальщиков. О, бухарь, прикольно, здоровье. Да, именно. Нам нужен грузовик или что-то большое, типа самосвала, и мы навалим в него удобрение. Нитрат аммония? Да, смешаем сотней галлонов криазота. Бомба из удобрений.
Такой план? О, Господи. Ополченцы превратили весь остров в свою крепость. Гражданские сидят по пещерам. Еще есть рабочие и те, кто считается неподходящими для службы. И есть арсенал и гарнизон прямо за воротами. Ударим сюда и вырвем ополчению самое сердце. А как же Сара? Ну, она в пещерах, которые называют ковчегом. Стоп! А с чего ты взял? Тоже удачно. Я думаю, увидимся на Ведьмаке, может быть. Что они не убьют там всех вообще? Сару и всех остальных? Я не знаю, но после взрыва начнется суматоха. Я побегу, найду ее и выведу, пока там все носятся как полоумные. Поймите, дело уже не только в Саре. Полковник объявил войну нам всем, а за ним стоит настоящая армия. Железный Майк и прочие — это первые жертвы в этой войне. А война будет короткой, если мы не нападем первыми. Какую, Настя? Я не говорил, что план будет хорош. Дик, да он реально дерьмовый. Ты со мной, брат? А, я за движуху. У Бухаря такие бочки прям. Ладно. Прохладно, что тебе не нравится, блядь? У тебя вообще никакого плана нет. Но одни мы не справимся. Конечно. Втроем, блядь, думаешь, справиться? Хорошо. Если кто захочет присоединиться, ставь их у южных ворот. Ага. Потому что, когда рванет, все ополчение ломанется к главному выходу. Нам нужно кое-чем запастись. Вы чокнутые. Прикольно, Настя, прикольно. Ту-ту-ту-ту-ту. Майка жалко. Ебать там этих сколько приколёк нам дали. Блять, не натукнут. А чё так много заданий? Фига там орды! Вы видели это? Это просто пипец. Уничтожить орду! Я орду избегаю просто только так. Так, очко. Вот это нам самое главное потом. Будем делать передышку, вот это все. Но все равно будем потихоньку к третьей качать. Поэтому нормас. Хочешь еще караоке? А я что-то... Как дела? Отойди. Не знаю. А, Дик. Привет. А это что? А, его спроси. Ну, машина же размером с танк. Угу. Я подумал. А почему не танк-то? Твою же мать. А оно что, работает? Сейчас посмотрим. А что он сделал с колесами? Ну-ка. О, да! Работает! Пора загружать. Я знаю, где достать удобрение. Маякну вам, как буду готов. Давай. Так, мы сейчас поедем, получается, за удобрением, ну, но... пару месяцев назад мы были неподалеку от Крейзи Уиллис. Так искали, чем Дик, поживить. Дик. Надеялись. Что ж ты так давно не заглядывал? Блэр, как поживаешь? Я хуй забил на вас. У меня вообще-таки другие дела. Ладно. Пока. Так, мне... Эй, заходи почаще. Намада называют их шакалами. Значит, нужно с Байком посмотреть, что у нас. Эй, Дикон! Эй, здорово, босс! Здорово, чувак. Есть топливо, если нужно. Ну, чёрт, да, чуть-чуть, тебе нужны тонны топлива. О, ну-ка. Что это делает? Давай сделаем. Во. Да, это хорошая вещь. Прочность, ну-ка, подождите пока.
Ну вот это я больше склоняюсь. Подвеска. Если придется валить, курево я возьму. Ну вот это точно. Теперь твой байк выглядит классно. Нам не обойти фриков. Так. А как это две шины? А, вот это выбрано. Ну, это самое лучшее. Что мы хотели? Вот эту подвеску, по-моему, да? Прослужит долго. Где мой гаечный ключ? Вечно тут. Что у нас с дизайном? Это точно. Тут полная жопа. Нет, а колеса сделаны такие даже крутые. А, 350. Не знаешь, как починить? Не, ну наклейки у нас суперские, не надо. Работа накопилась. Сто лет. Не, у нас круто. Буду здесь, все, если понадоблюсь. Нету 100 лет, пара дней, не больше. Заходи позже, будет... Сейчас сохранимся сразу. Правильно, капли капать надо. Новый товар. Всё. Значит, уезжанькаем на задание. Ноль. А что это ноль? Боеприпасы? Так, ну ладно. Да иди нахер. Короче, лагерь вот этот вернулись. И что, мы сейчас будем в этом лагере постоянно тусоваться или как? Ну что теперь? Я думаю, удобрений должно быть полно на ранчо Iron Butte. Ранчо Iron Butte? Да, упокоителям оно больше не понадобится. Это ведь раньше был гольф-клуб, так? Значит, положено было за лужайками следить. То есть там будут всякие газонокосилки и... Удобрения? Слушай, точно? Я поехал туда. Как расчищу дорогу, сообщу Рике. А ты тогда подгонишь грузовик. Эти Орду, нет, хорошо, спасибо. Брат. Конец связи. Без Орды нам очень хорошо живется. Рики, я Уидон Хилл. Да, наши намады еще здесь. Ты справишься? Ну, скоро мы это узнаем. Конец связи. Ну, а черт, точно. Надо спалить оставшиеся гнезда. Ага, спали. Дик, ты меня слышишь? Да, да, Рики, слышу. А где знак вопроса? Я просто спасибо сказать, что вернулся. Прямо? И помог нам. Жаль только, наверное, что я опоздал. Ты не опоздал. Мы его остановим. Мы остановим Шиза, так ведь? Да, мы его остановим. Я тебе сочувствую по поводу Сары. Не представляю, каково тебе сейчас потерять человека дважды. Я ее еще не потерял. Мы делаем охрененно большую бомбу. Ты не забыла? Как упадет. Ой, мы рады, что... Идите нахуй. Ну, мы рады, что ты вернулся. Ты нам нужен. Рики. Это что? Он не виноват. Железный майк. Просто... Сами попались на эту же ловушку. Он просто пытался сделать как лучше. Настя. Я знаю. Конец связи. Меня слышишь? Мне кажется, бензин стал меньше расходоваться, Шиза, да? Заметили? Да ты совсем обнаглел. Ой, отлично, что это? Брат, ты на связи. Это слушай, кто? Я пытался остановить их, честно. Орда? Я не хотел, чтобы они убили Майка. Не хотел, чтобы вот так все вышло, брат. Капитан, полковник вызывает вас к себе. Да-да, скажи, я уже бегу. Капитан, быстро же ты заслужил повышение. Знак? Все эти игры в армию показуха, ты сам знаешь. Ну послушай, братан. Сука, заткнись, я не слышу. Какой я тебе братан? Ну ладно, просто ты должен знать. Да, когда Коури тебя освободил, полковник рассвирепел. Он решил, что она причастна. Он с катушек слетел. Хотел убить лейтенанта Уитакер. Ты слышишь, Дик? Дик! Блядь. Да, я слушаю. Это пиздец. Но я ему помешал.
Я сказал ему, что это отрава, которую она готовит. Ты можешь замолчать, блядь. Ее можно использовать не только против фриков. Допустим, есть вражеский лагерь, у которого один единственный источник воды. И если вылить туда пару галлонов яда, может, это решит сразу кучу проблем. В общем, полковнику эта идея понравилась. Он назначил меня ответственным за ковчег. Теперь она отчитывается передо мной, Дик. Передо мной. Что тебе нужно, Шизо? Я просто хочу тебя предупредить. Они идут, и мне их не остановить. Они идут, и на этот раз полковник бросит против вас все силы. Идите вы нахуй с своими разговорами, блядь. Вы видите, что я делаю? Я пытаюсь справиться. А в смысле, мне надо убивать ее или что? Ну и пусть. Мы никуда не побежим. И на этот раз мы будем наготове. Слышь, Дик. Капитан, полковник ждет. Да иду я! Выметайся! Дик, мне надо идти, но... Я скажу лейтенанту Уитакер, что ты передавал ей наилучшие пожелания. Наконец-таки ты заткнулся, блядь. Короче, а что мне всю Орду убивать надо? А как? Чёрт, нет. Это Орда. Надо вот избавиться от них. Мысли. Иначе, когда Рики поедет, они все к нам сбегутся. Слушай, скажи Рики, что это надолго. Потому что прямо у нас на пути пасется Орда. Орда? Хочешь, мы с реки выберемся, к тебе поможем? Нет. Я уже усвоил на горьком опыте, что их надо валить в одиночку. Иначе будем друг другу... Ой, блядь! Да. Ой, блядь! Немного. Вы чё, издеваетесь? Создать. Блядь! Нет! Блядь, сам горит. Сука, беги, ёб твою мать! Береги! Блядь! Да мне! Не пизда. Сука, в пизду, нахуй! В пизду, блядь! Как их, блядь, победить? Вы заебали с этими ордами. Почему они основные, блядь, являются? Я не могу их побеждать. Кто это придумал? Мне это бесит, блядь. Как их убить? Мне даже половины, наверное, не было. Как их убивать, я не умею. Ты меня слышишь? Шиза, да ты совсем обнаглел. Отлично, брат, ты на связи. Слушай, это хуйня, это я пытался остановить их, честно. Я не хотел, чтобы они убили Майка. Не хотел, чтобы вот так все вышло, брат. Блядь, не туда. Капитан, полковник вызывает вас к себе. Да-да, скажи, я уже бегу. Капитан, быстро же ты заслужил повышение. Все эти игры в армию показуха, ты сам знаешь. Ну послушай, братан. Какое тебе братан? Ну ладно. Просто ты должен знать, когда Коула тебя освободил, полковник рассвирепел. Он решил, что она причастна. Он с катушек слетел. Хотел убить лейтенанта Уитакера. Ты слышишь, Дик? Дик! О.
данные, блядь. Они просто сожрали меня, ёбаный в рот, блядь, просто за 3 секунды. У меня просто очко пылает, блядь. Ну хуя их бить, блядь? Ди, ты меня слышишь? Шиза, да ты совсем обнаглел. Отлично, брат, ты на связи. Они слушай, идут, блядь, со всех сторон. Да иди нахуй, Шиза, Шиза ебучий, я блядь, тоже хотел, меня бесит. Я не хотел, чтобы они убили Майка. Не хотел, суки чтобы вы, вот блядь. Так все вышло, брат. Капитан, полковник вызывает вас к себе. Да-да, скажи, я уже бегу. Капитан, быстро же ты заслужил повышение. Все эти игры в армию показуха, ты сам знаешь. Ну послушай, братан. Какое тебе братан? Ну ладно, просто ты должен знать. Когда Коури тебя освободил, полковник рассвирепел. Он решил, что она причастна. Он с катушек слетел. Хотел убить лейтенанта Уитакер. Ты слышишь, Дик? Дик! Они со всех сторон, да, потому что его бегают с собой, блядь. Но я ему помешал. Я сказал ему, что это отрава, которую она готовит. Ее можно использовать не только Шиза, против фриков. Что ты нахуй сдох, заебал, реально, допустим, есть блядь вражеский лагерь, у которого один единственный источник воды. И если вылить туда пару галлонов яда, может это решит сразу кучу проблем. Они со всех сторон, если бы они с одной стороны были, так они бегут с обеих сторон, со всех, он блядь. Он назначил меня ответственным за ковчег. Теперь она отчитывается передо мной, Дик. Передо мной. Кого хуя тебе не хватает, блядь? Что подушка безопасности. Что тебе нужно, Шизо? Я просто хочу тебя предупредить. Они идут, и мне их не остановить. Они идут, и на этот раз полковник бросит против вас все силы. Ах, ну и пусть. Мы я никуда нихуя, не побежим. Ничего не получается. И как на этот сделать, раз блядь? Мы будем наготове. Подушки слышь, Дик? Нету. Капитан, полковник ждет. Да иду я. Выметайся. Я еще раз разговор этого Дик, не выдержу. Да. Мне надо идти, но я скажу лейтенанту Уитакер, что ты передавал ей наилучшие пожелания. Конец связи. Совсем ебанулись, как я их убью. А чтоб ты подох. Почему тут нельзя забагованную штуку тоже найти? Какую-нибудь. Да, очень легко, слушай. На, лови! Еще немного. Убегай нахуй. Давай. Шуру вострели. Так, кто-то там взорвался. Блядь. Ебать, конечно, блядь. О, пизда. Да, блядь, да пизду. Всё. Пизду, блядь! Нахуй, ёб твою мать, блядь! Language is Russia, hello! Это пиздец, сука, нахуй! Дик, ты меня слышишь? Шиза, да ты совсем обнаглел. I don't wait to school, I'm слушай, a very я пытался остановить их, man. Честно. Я не хотел, чтобы они убили Майка. Не хотел, чтобы вот так все вышло, брат. Блять. Капитан, полковник вызывает вас к себе. Да-да, скажи, я уже бегу. Капитан, быстро же ты заслужил повышение. Все эти игры в армию показуха, ты сам знаешь. Ну послушай, братан. Какое тебе братан? Ну ладно, просто ты должен знать. Когда Коури тебя освободил, полковник рассвирепел. Он решил, что она причастна. Он с катушек слетел. Хотел убить лейтенанта Уитакер. Ты слышишь, Дик? Дик! Да, я слушаю. Ты имеешь но что? Я ему помешал. Медведи я сказал в доме? Ему, что это отрава, no, которую она готовит. I don't ее можно использовать не только против home фриков. Допустим, есть вражеский лагерь, у которого один единственный cats источник воды. И если вылить туда пару галлонов яда, может, это решит сразу кучу проблем.
В общем, полковнику эта идея понравилась. Он назначил меня ответственным за это. Блять, уже? Я не хотела взрывать, в смысле? Передо мной, Дик. Передо мной. Все. Что тебе нужно, Шизо? Я просто хочу тебя предупредить. Они идут. Убегай, блядь! Они идут, и на этот раз полковник бросит против вас все силы. Блядь, пизда мне. Они с обеих, со всех сторон, как их много! Они со всех сторон бегут, я не могу. Это очень трудно. Это еще даже половины нету. Вы ебанулись. Я не пройду это, нахуй. Я не умею проходить. Эти ебучие орды, блядь, какую хуй на открытой местности они тоже придумали, блядь. Нет, живи. Как мне сделать этот штуку? Микстура концентрации. Стимули... Вот. Еще что? Блять, где там хорошая какая-то была микстура? Ну все, блять. Нахуй эту игру, блять. Я не могу, ёб твою мать, блять! Блять! Да. Друзья мои, вот и все. О, господи. Да. Бухарь, ты на связи? Путь свободен. Я не умею проходить эти ебучие орды, блядь. Пусть реки подгонит грузовик. Понял. Абсолютно. Слушай, это вообще, я не понимаю, как их проходить. Там ебать сколько много было. А, прекрасно. А что мне делать? Я понимаю, что она быстрее меня. Конец связи. Но я просто не понимаю, как ее, блядь, пройти тогда, если нахуй... Они со всех сторон бегут. Я пыталась и взрывать, и не взрывать. Я вижу, как их там много. Плюс ко всему, значит, там вот эти ебучие вот эти вот штуки, взрывашки. И что? Я взорвала там 3 штуки, и что? Толку от этого все равно нету. Их как-то, я не знаю, я не умею, мне не получается их убивать. У меня вот так вот. Я не могу, блядь, это пиздец, это очень трудно, это как, я не знаю, как придумали, блядь. Это даже сложность по минимуму. Ты меня слышишь? Шиза, да ты совсем обнаглел. Как их, блядь? Отлично, брат, ты убивать на связи. Слушай, я пытался остановить их, я пропустила честно эпизод этот. Я не хотел, чтобы они сказали, убили Майка. Хотите не хотел, пропустить? Чтобы вот так я пропустила. Капитан, вот полковник вызывает вас к себе. А не видите, да, что да, я скажи, не я уже бегу. Капитан? Быстро же ты заслужил повышение. Все эти игры в армии показуха, ты сам знаешь. Короче. Ну послушай, братан. Да, я пропустила, потому какое что сказали, тебе, вы хотите братан пропустить? Конечно, я не смогу, я ну не справлюсь с этой ордой. Просто ты я должен не знать, умею. Когда Коури тебя освободил, полковник рассвирепел. Он решил, что она причастна. Он с катушек слетел. У нас даже половины хотел не было. Хотел убить лейтенанта Уитакер. Если ты бы хотя бы половина Дик была, да, то вообще слушаю другой бы вопрос. Тогда же но половины я ему нету помешал. То я сказал ему, половину, что это отрава, которую она готовит. Ее можно использовать. Пиздец, у меня эмоции, меня просто разрывают. Допустим, я придумали, блядь, эту орду. В чем этот смысл вообще этой орды? Единственный источник воды. В том, чтобы, блядь, потратить патроны свои нервы. Яда, вот это меня просто, может, я говорю, меня очко пылает просто пиздец как. И общем, меня это бесит, то, что еще у него силы, блядь, нихуя нет восстановления. Какого хуя, блядь, как этот ебаный. Теперь она отчитывается передо мной, Дик. Передо мной. Что? Нахуй это, блядь, нужно, проходить? Шиза. Я не могу это проходить. Для меня я это очень трудно. Я просто хочу тебя предупредить. Иди нахуй, Шиза, идут, блядь. Вообще заебал, блядь. Их не остановить. Они это идут, третий раз подряд на этот раз полковник бросит против вас все что, силы. Блядь? Короче, просто я говорю, у меня вообще просто сейчас мозг взрывается, жопа взрывается. Потому что я не могу с этой ордой. Это очень трудно. Это вообще невозможно. Как это проходить?
Тем более на открытой местности. Я говорю, я два часа, блядь, ебалась с той ордой, которую тот бак я нашла. А это у тебя что? А здесь вы хотите на открытой местности. Это очень круто. Ну уж передачу переключать смогу. Ого. Тормози вон там. Ладно. Короче, сейчас пойду в туалет пописать. Сейчас. Сек. Там интересно, скипают, ну, блядь, ну просто... Охренеть! Я говорю, я не вывезла бы. Я вообще не прошла. Ну, что дальше? Это 100%. Криозот. Я сообщу, как буду готов. И откуда мы достанем 100 галлонов криозота? Лучше тебе не знать. Короче... 5% истребитель Орд. Я говорю, одна Орда только была за всё это... Это, я понимаю, игра основана на том, чтобы, да, орды, там, ну, убивать вот это все, зачищать, но это очень сложно, это люди, я не знаю, как они справляются с этими ордами, я вообще не могу, я не понимаю, они нихуя не горят, не взрываются, их огромное множество, это как так-то? Дик, нам что надо делать? Поговорить. В чем дело? Ополченцы. Что? Где? Бухарь думает, что они еще вернутся, так что он попросил связаться с тобой. Чертовы ополченцы. Да, я займусь. Вот и славно. Сообщу Бухарю. Конец связи. Я понимаю, бочки надо взрывать. Ну, блядь, я говорю, я даже взрывала, все равно. Какая-то хуета. Ебать, 3 целых этих. Пишут дополнительно, но при этом это ж не дополнительно, это прям сюжет. А, ну давайте сюда ближе. Вот сюда. Мне кажется, бензин стал меньше тратить. Дикон Сент-Джон, слышишь меня? Это Peaceful Lake, у нас для тебя работа. Чисто, если ты... Копленд, ладно, я к вам заеду, отбой. Если ты будешь проходить, значит... Что, еще новое что-то добавилось? Если ты будешь проходить Days Gone, я думаю, что 100% у тебя получится. Ну, типа, ну, убивать орды. Ну, я говорю, и ты уже проходил, но имею в виду, если на стриме, например. Я говорю, я вообще не могу. Я вообще не понимаю, как. Поэтому скипаем, да. Может быть, это было бы интересно, но я говорю, я бы просто не смогла бы по-любому, я так думаю. То есть, мне кажется, если, например, мы когда играли, вот когда забуговалось, там в конце, да, еще половина даже была, это все равно было много. То есть я даже соковала выходить, потому что, ну, по-любому в конце мы бы точно проиграли, нас бы загрызли.
А так, я говорю, тут даже не было половины. Как можно от нее прятаться, убегать? Я вообще в шоке. Потеряно. Давай. Скотина! Ну давай, целься, ну-ка. Я тебя найду, блядь. Что с нее выпало? Выпало что-нибудь? Он очень долго целится, я не знаю, почему так. Дикон, мы тебя прокачиваем, прокачиваем. Вот так. А толку? Что ты сделал, блядь? Ты можешь облутать ее? О, у нас какой, кстати, крутой байк. Еее, бой. Буду стрим смотреть, какой. Ой, там эти чуваки. По крайней мере, были. А если вот сюда поехать? Толку не будет. А, восстановить энергосбережение? Давайте восстановим. Скотина! Он за тобой! Блять, мимо. Надо перезарядить. Где? Блять, ты чё дернулся? Вот, хорошо. Все, мы спокойно, все. Я все равно от орды это не могу отойти. Ну блин, ну как так-то реально? Ой, мимо. Ебать. Ты упокоишься с... Твою мать! Возвращаюсь! Прикройте меня! А где вы? Прикройте меня. Хочешь подарочек? А, вот где? Он здесь! А где еще? Выстреляю. Ой! Стой! Я открою тебе слово Карлоса! А, вот ты где. Ладно. Но это не все, наверное, да? Я так думаю. Короче, да, все-таки орда, это пиздец, это не для меня. Финальную орду я, скорее всего, тоже не пройду. Скорее всего, там тоже опять напишут скипнуть. А мы всех убили, да? Не уточни. Ой. Сейчас, секунду. Трясек, трясек, трясек. Ебать. Так, а тут что? Нет, тут закрыто? Тока, ну конечно. Ага, нужен ток, значит, нужен этот. Чуть-чуть топливо. А где топливо? Я тогда что прокачаю? Силу. А где звуки? А кто разговаривает? Здесь
Здесь потерянные! А где ты? Потерянный. А где? А где потерянный? Я не вижу. Потерянные вон. Все? Или еще кто-то? Где топливо, блин? Оно обычно машина такая стоит. Ну-ка, ну-ка, это что тут? В смысле? У меня даже нет запроса. Можно что-нибудь смастерить. Серьезно? Ой. Да, реально, кстати. А, ну голос оперы этот был. А, это музыка, это тоже было все. Это все выполнено. Это все выполнено. Все, теперь ноль. Не, правда, там выполнено. Я все выполнила. Я все выполняю, просто я не отмечаю. Не знаю. Я вижу, тут, ну, запрос идет и все. А куда-то там в другое место не смотрю. То, что надо. Все, короче, у кого тоже, кстати, жопа пылает от того, что я Орду не убила, вот. Готово. Напишите, у кого-нибудь или всем все равно. Сломан. Понятно, что контент в смысле сломан. Ну-ка. Ура, зеленый свет. Зеленый — это черт. Сейчас они все сюда сбегутся. А кто сбежится? Никто не сбежится, давай. Или фрики. Ебать! Находящийся под федеральной юрисдикцией. Объявлено военное положение. Не оказывайте. Спокойной ночи. Ебать! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Блять, нет. Ебать. Ебать. Ты сука, блядь! Иди нахуй. Давай. Блядь, я в тупике. Я в жопе. Пик жопы называется. А где второй? Завалил. Есть. Еще трофеи. А где второй? Хорошо, хорошо, спасибо. Конечно.
Убегай! Где ты? Давай, ну-ка, взрывается, пускай. Да сука, опять мимо, блядь, все. Блядь. Да ну нахуй. Блядь, опять реакция у меня просто. Они такие жесткие прям, как-то прям жестко вообще все. Где-то там еще один был. Если я с этими не могу справиться, вы говорите про эти. А где? Вот он громил этот, блин. Да, обосраться. Мне интересно, а где здесь тогда этот? Не, ну нам все равно блокпост нейро этот нужен. Нам это надо. Только что нужно уничтожить эти рупора. Непонятные. А, вот их как много. Ну-ка. Нет, это не это, это не рупор. А что это? Вот это рупор? Нет? Что является рупором? Красное? Или что является рупором? Наверное, да. Так, а где еще? Так, ну тут вроде где-то нету. Нету. Вот здесь где-то нет. Нет. И все? Или еще где-то есть? По-моему, все. Неужели? Нет. Объявлено военное положение. Не оказывайте сопротивление сотрудникам мэра и полиции. Стойте в очереди, выполняйте приказы, продолжайте движение.
Попытка обойти. Это последний. Ага. Черт! Ты нормально вообще? Да, наконец-то. Так, ну теперь посмотрим. Окей. Так, ладненько. А где ящик, ради которого мы все это делали? Тут? Не, правда, а где ящик? А, вот. Да, инъектор Неро. Наконец-то. Рабочий хоть. Так, что мы будем делать? Ну, блин, запас сил, наверное. Все-таки. Роиды. Вот что это такое. Так, все, наконец-таки можно теперь выполнять эти задания. Потому что мы все посмотрели. Блять, эта сучка. Блять! О! Ой! Заранее просто испугалась. Так, ухо альбиноса там, по-моему, или кого? Банши какой-то. Блин, а тут есть заправка? Мне нужен бензин. Фу, это было трудно. Вот так. Ну так, нормально, но все равно. Вот у меня очень долго концентрация тут восстанавливает. Ну вот, очень. Порядок. Надо очко навыков по-любому. Для всего этого. Все. Все, короче, погнали. Теперь мы будем опять зачищать посты. Ну вот, хотя бы увеличили запас, то есть ладно. Если бы там ничего не было, никаких приколюх, мы бы вообще даже не делали ничего. Ой. Ну тут очень много гнезд, очень много орд, это вообще жесть. Тут играть и играть, честно, но вот любителям, которые вот любят вот эти вот постоянно стрелять, там, в этих зомбаков, фриков. Да ёб твою мать, блядь. Что это за лабиринт? Не могу в узких пространствах находиться. Олени пускай бегают, убивать не будем. Медведь, привет. Медведь, пока. Ополченцы. Черт, всех вас перебью. Целый отряд. Буду осторожнее. Слава ополчению. Боец. А получится по стелсу. Это люди! Мародеры! Получится по стелсу, да, конечно. Блять. Ты по... можешь наверх? Прикрой! Выйди наверх! Солдат! Я знаю, что ты там сидишь. Мой ранен!
У нас потери! Ну же, уроды! Гори, ублюдок! Ты можешь сесть или нет, как ебанутый какой-то? Попробуй! Неужели сейчас они убьют меня? Я, блин, отберусь! Ополчение, давай! Такие меткие, вы что, охерели, что ли? Мало боеприпасов. Вы ж не были такими меткими. Бля, я не так, все, у меня нет настроя просто после горды еще ебучей, блядь. Наверное, так. Наконец-то, все. Короче, не та тактика выбрана. Все понятно. Очко. Так. Потому что начинает меня это бесить, нахуй. Вот реально, блядь. Просто если меня бесит, то и все. Блядь, опять это. Если меня бесит, то все. У нас была стимулирующая какая-то микстура, от нее вообще толку нету. Вообще не понимаю. Не понимаю, как играть. Что делать? Как мы вообще до финала почти дошли. Вот это вообще прикол, конечно. И только сразились с одной ордой. Вот это просто приколище. За все это время. Люди просто убивают только так, как я только вот один раз. За сколько? За часов 30 геймплея, наверное. Ладно, все спокойно. Мы настраиваемся на позитив. На то, что у нас все получится. Значит, мы сейчас залутаемся. Поедем в другой лагерь. И все. Ну ладно, хоть бутылки дают, как бы тоже хорошо, тряпки. Не, вообще лучше бы давали бы, я не знаю, ну вообще надо увеличить как-то, чтобы у меня не три коктейля, а больше коктейлей, например, можно было хранить у себя. Вот если бы так можно было бы супер. Вот, а как это сделать, я не знаю. Это чё, блядь? Понятно. Я уже просто испугалась, блин, господи. Такс. Ну ладно. Вот эти альбиносы, или как ее зовут, вот эта банша, да? Она бесит тем, что она любит орать, созывать всех. Ой, а что это много так лута? Как это так? Кстати, что по ремонту? Нормально. Я же вроде все посмотрела, нет? Почему тут горит? Ну ладно. Так, у нас следующее задание, значит, мы идем по сюжету. Так, это не сюжет. Нахер нам сюда. Мы едем вот сюда. Нравится?
Хотела крикнуть, но не получилось. А это что, палатка? Пока снайпер, мы с тобой даже драться не будем. Вот эта локация вот суперская, вот мне нравится, когда мы в зиму въезжаем. Прям нравится, нравится. Оп. По стелсу, что ли? Какой нахуй стелс? Блять, ты шо не убиваешься? Ой, блять! Какого хуя выскакивает, блин? Ой, блять! Да идите вы нахуй! Еще и фрики, ёб твою мать! Что это такое? Это нормально вообще? Да иди нахуй! Да сука ты, блядь! Возьми! Чёрт, долбанное ополчение. Еще отряд, чёрт! Чё так жестко-то? Чё-то как-то, я не знаю, напали все со всех сторон, блин. Я не могу так. Ну же, уроды! Блин, мы еще на местности открытой. Я бы кинула в вас. Блин, открытая местность, это плохо. Ну-ка. Ну, блядь. Да ёб твою... Не, нахуй, нахуй. Ты, блин, всё, спокойно. Не, не, не. Опять открытая местность, я ненавижу открытой местности. Как играть? Опять эта хуйня включается. Я нахуй сейчас вырублю, блядь, реально, меня сейчас выбесит просто. Иди нахуй! Молчание, давай! У меня ноль. Нормально. В кустах прячется. В кустах прячется. Убей! Убей! У тебя не время. Вот и да! Вперед! Прям долго убивается с этого. У нас винтовка есть. Но у нас мало патронов. У нас ноль вообще показывают, кстати. Заблутал? А где еще? А, вот. Где нет оружия, да? Ну, патронов. Блин, у них лагерь какой-то непонятный. Где еще? Еще где-то кто-то кричит. Кто-то кричит, но я не понимаю. О, мясо. Блин, в начале, вот когда вот, ну, даже до середины, как играли, нормально было. А сейчас вообще что-то непонятное. Так, мы едем на другое задание, на вот это. Стала игра сложнее.
было играть намного проще. То есть сюжет как-то, я не знаю, сложнее, что ли, стал. Тут я не понимаю. Ополчение, черт. Еще. Это все? Что за ерунда? Да? Давай! Попал! Давай, давай! Убегай, убегай, блядь! Ебать, жестко. Я думал, со спины можно будет его. А в итоге не будет. Черт. Прям вот сюда спорился. Я пустой. Не, у меня патрон нет тоже. Ну. Ну же, уроды! Не движись! Все к нему! Эй, блядь! Я тебя прикрою! Прикрыть! Огонь! Огонь! Лови! Ну же, ну же! Вообще не так, блядь. Нихуя, что-то не клеится у нас. Там нужна винтовка, патроны. У нас нет патронов. Нет у нас, блядь. Короче, сейчас мы побежим в другое место за патронами. Вот сюда куда-нибудь. Ящик с патронами дайте нам, пожалуйста. Нам больше ничего не надо, только ящик с патронами. Не, реально, почему так бесит? Вот я не понимаю. Вот правда прям бесит все. Там дают тряпку, керосин. Дайте нам, пожалуйста, дайте нам другое. Это значит патроны. У нас нет патронов. Блин, эта машина, это не та, а тут что есть? Тут вроде нету. Ну там машин там вроде не должно быть. Там другие тоже машины какие-то. В которых не предусмотрено такое. Их, в принципе-то, немного, просто у меня нету патрон. И что? Пусто? О, тут патроны будут. Давай, давай, блядь.
Все. Нет! Такая надежда была на эту машину. Огромная просто. Блин, там даже не с чего стрелять. Ой, еще один идет. Отворачивайтесь, уходите отсюда. Иди на камень. Вы чего на меня смотрите? На камень. Ушел. Они ж меня не видят, правильно? Оставим тебя фриком. А, ну все, попался. Вон! Быстро! Бегом в укрытие! Мне не с чего стрелять. Мне нет патронов. Там фрики. Подожди, там есть патроны где-нибудь? Где-то вот здесь. Ну-ка. Нет. Все равно мне нужны патроны, я бы с винтовки сейчас бы. Чух-чух. Ой, блядь, это зайца, сука. На. Вот здесь хорошо стреляют. А, вот они. Так, ну-ка. Ну мы не убьем, наверное, с пистолета. Дальность какая-то. Ну нас нет, нечем больше. Ополчение, давай! Да хули он не убивается, блядь? Ёбаная винтовка, почему так мало патронов ей дают? Ну, вперед. Ой. А где еще? А вот. Вот та оружка хорошая была. Нахуй нам винтовка. То мы поменяли МВС. Вот этот. Нормальная.
правильно? Я думаю, что я поменяю, потому что там патрон больше, она бьет лучше, а это херня какая-то. Нахуй мы ее купили, правда? А где этот еще один? Да он убежал. Это все, господи. А где он? Не, там один кто-то должен быть. Где он? Что это было? А где он? На крыше был. Ты уже с крыши вылез? А это что? А где он? Где он же был тут? Похоже, все. Ну, не было. А, он типа, кто в шапке не может бить тихо? Или как? Господи, слава богу. Мы сделали это. Эй, Рики, готово. Отлично. Ладно, сообщу Бухарю. Конец связи. Почему нет? А, полицейский я не вижу, не стоит вроде бы. Ну-ка. Но я думаю, что здесь нету. Потому что это обычные машины, это не полицейские. Но бывает, иногда в больших ставят. Но тут нету. Так, тут тоже нет. Вот здесь не открыть. Вот здесь открыть. Ну тут нету, да. Ну ладно. Это теперь считается основным, что ли? Ну да. Ну тут нельзя быстрого перехода, да? О, кстати, тут еще нейро есть. Ну далеко ехать. Патрона все равно нету, это плохо. Полицейскую бы тачку найти, было бы супер. Или в лагерь отправиться. Короче, сохраняемся.
Артём, мы сохранились, короче, буду заканчивать. Послезавтра нам будет стрим, не знаю, посмотрим. Короче, все, всем спасибо, всем пока. Мы будем играть уже, ну, может, Days Gone, но надо допройти, добить эту игру. Все, короче, всем пока.